попросил знакомый заточить нож. Нож от компании Cold Steel, довольно известной, модель Luzon. Это на филиппинскую тематику. Вот тут и ручка такая, и сам он напоминает Балисонги немножко. Вот. Нож здоровенный, вот, полноразмерный, скажем так. Вот. Такой вот. Красиво очень, интересно сделанный. Вот. Тут получается на лицевой стороне у него гравировочка Luzon, название модели. Вот. А на этой стороне компания Cold Steel, марка стали. Вот. Сталь, как пишут, должна напоминать японскую восьмерку. Вот. Ну, по факту это как бы низкоуглеродистая сталь с добавками хрома. Хрома 13% где-то. Вот. Делают эти ножи сейчас в Китае. Этот экземпляр, получается, это из модельного ряда 2018 года. Вот. Очень-очень интересная штука. О них бы отдельно как-нибудь подробнее снять об этих ножах. Вот, много разных способов хвата, много разных способов открывания. Рукоятка сделана из, тут получается как текстолит на стекловолокне или как-то так. Вот, фиксатор очень удобный. Вот, ну, как бы я его заточил полностью. Полностью переточил. Вот у меня пытался с рынка какой-то мужик точить, как мне сказали. Вот. Ну, как по кромке можно видеть, получилось так очень аккуратненько, хорошо сделал угол. Ну, как заводской был, то, что на рынке точил чувак, это как-то, ну, у него странно получилось. Здесь угол был один посерединке к носику, он ушел в более тупой угол. Вот, я все это пересвел, переделал на один единый угол, такой, какой должен быть заводом на этом ноже. Вот. Ну, получилось хорошо. Волосы, в принципе, бреет аж с летом. Не знаю, как показать, чтобы было видно. Вот. Аж с хрустом. Вот. Ну, я его продезинфицирую еще. Так что все, сегодня сможешь забрать. Отличная вещь, самому очень понравился, классная. Вот. Ну, носить его с собой, наверное, не очень удобно. Хотя тут есть клипса здоровенная. Вот. Опять же, смотрел видео интересное. Если его носить в кармане, например, джинсов или еще каких-то плотных штанов, вот, то благодаря вот этим вот ушкам, которые у него есть, ну, типа как на балисонгах, вот, его прямо при выхвате из кармана можно сразу же быстро открыть. Можно инерционным движением открыть. Ну, на камеру неудобно будет, наверное, не получится показать. Вот, ну, то есть что-то типа такого. Вот, можно открывать просто за само ушко. Вот. Фиксатор довольно надежный, это фиксатор, который запатентован именно компанией Cold Steel, он оригинальный, вот. Ну, хотя он достаточно простой. Вот. Нож имеет очень прикольный дизайн, как по мне. Вот. Я ножами не занимаюсь прям так профессионально, но увлекаюсь, хотя видео об этом почти не снимаю. Очень интересный дизайн, здесь равномерные одинаковые спуски с обеих сторон. Вот. Сверху снята вот эта фаска здоровенная. То есть, ну, он такой самый, что ни на есть, универсальный многоплановый нож. Вот. Ну, в первую очередь, Cold Steel его позиционирует как походный, туристический. Вот. Очень хороший. Невзирая на то, что здесь здоровенная рукоять, да и сам клинок, здесь получается длина самого клинка в районе 150 мм, то есть 15 сантиметров где-то. Вот. Он все равно в руке ощущается как, ну, вот, как полноценный нож, а не как именно складничек карманный какой-то. Полноценно здоровый нож, и благодаря тому, что тут фиксатор очень такой надежный, качественный, вот я думаю, можно и ударные какие-то нагрузки на него давать, вот вряд ли тут что-то сломается или вылетит. Вот, сделано на двух подшипниках сама система крепления. Вот, ну и рукоятка позволяет разные хваты использовать, очень удобно. Есть отверстие для темляка. Вот, ну, классная, классная вещь. Все, сегодня подъедешь, так нам заберешь.